Одесские стрит-арт-художники решили раскрасить забор одесского онкодиспансера. Ограда не самого радужного лечебного заведения города заиграла новыми яркими красками. Разбитый серый забор превратился в полотна для живописи уличных творцов. На муралах преимущественно изображены мультяшные представители флоры и фауны, а также выдуманные персонажи. Это связано с тем, что в онкодиспансере есть детское отделение. Но есть и более взрослые работы. Основная цель акции – привлечь внимание к проблемам онкобольных людей. Основная задача была это привлечь максимум внимания, поэтому мы замешали максимально яркие цвета, вот, их нанесем в ближайшие день-два, вот, покроем это лаком, все защитим, и это будет максимально привлекать внимание. Дело в том, что на сегодняшний день в основном в информационном пространстве озвучиваются проблемы COVID-19, да? Но то, что в общем-то в Украине онкобольных практически больше всего в мире, да, по статистике, об этом никто не говорит.